сущность есть рефлексия. На этом мы, по-моему, остановились. Надо теперь досмотреть определение рефлексии или определенные сущности. С 365 страницы начинаю. И первое определение сущности, которое мы находим, какое? Вообще, в принципе, в книге? Ну да. Ну, это отрицание сферы бытия. Нет, определенную сущность, уже рефлексивную, уже мы рассматриваем рефлексию. Вот мы рассматриваем, сущность есть рефлексия. Дальше мы рассматриваем рефлективное определение. Какие есть рефлективные определения? Ну, насколько я понял, есть полагающая рефлексия. Это виды рефлексии. Да. Это важно, но на этом мы сейчас останавливаться не будем, потому что это, ну, как скажем, сложновато. И объяснять это сложновато. Мы сразу переходим вот к определенным сущностям или рефлективным определениям. Какие мы знаем рефлективные определения? Но то, что мы их знаем, это как бы совершенно точно. Хотя известно от того, есть еще от того познанное, как говорит Гегель. Есть книга, можно открыть книгу, там прям вот на 367 у меня открыта страница. Ну вот смотри, вот открываем 365 страницу, вторая глава. Определенные сущности или определение рефлексии. Да. Так, то, что по-немецки звучит как Wesenheit. Или Heit Wesenheit. Это Heit. Heit. Wesenheit. Вот. Тут идет вступление, примечание, открываем А. Да, каждый стол. А, ну да. Сущность есть простая непосредственность, как снятая непосредственность. Так. Отлично. Какое, значит, какие первое рефлективное определение? Какое? Ну, вообще, если она простая непосредственность, то это как будто бы не рефлективное определение вообще, да? Это, подожди, это мы начинаем разбирать уже само это определение. А как оно называется? Вот как эта категория имя? То, что говорит, имя сестра. Написано вот это. Вот, это написано. Ну да, тождество. Так, тождество. Первое рефлективное определение. Тождество. Что такое тождество? Это равенство различных, по-моему, как-то так. Это можно так сказать. Но вот в тексте бы нашел бы кто-нибудь, скажем, определение тождества. Сейчас поищем. Равенство с собой, которое устанавливает себя от единства. Равенство с собой, единство. Там много суждений про тождество, тут прям на несколько страниц. Но вот интересно найти, так сказать, определение тождества, чтобы вот... Я просто тоже все это читал, и мне вот было интересно, а как сделать так, как вот написать так, чтобы, предположим, я делаю конспект. Написать тождество – это... Непосредственность рефлексии. Ну хорошо, если я скажу, что тождество – это чистое саморавенство сущности с собой. Ну, наверное, это правильно, но… Ну, в принципе, это, если переначить предложение «сущность есть, следовательно, простое тождество с собой». Соответственно… Ну, сущность есть, следовательно, простое тождество с собой. Ну, да. А нам надо сделать определение тождества. Ну, вот да. Тождество – это… Ну, во-первых, это сущность, правильно? Ну, да. Сущность. Как чистое саморавенство с собой. Ну, слово чистое, ну, нам оно понятно, да, вроде бы? Ну, чистое, значит, что мы больше ничего не сказали. Ничего пока не сказали. Саморавенство. Ну, равенство с… Саморавенство. Нет? Почему саморавенство с собой? Вот если задаться таким вопросом. Еще раз можешь повторить? Почему саморавенство с собой? Почему тождество – это чистое… Тождество – это сущность, как чистое саморавенство с собой. Ну, как всегда, для как того, чтобы… Бытие. А? Типа, как в себе бытие. Нет. Как везде в диалектике, чтобы пойти вперед, надо немножечко отойти назад. У нас сущность сейчас… Вот, первое, что я сказал на занятии. Сущность есть рефлексия. Так? Можно сказать, что саморавенство это с собой, это рефлексия и есть. Почему? Потому что рефлексия это отражение чего-то. Не чего-то.
Это сущность. Ну, это не отражение чего-то, это сущность. Ну, мы просто, да, когда про сущность говорили, мы говорили, что мы ее так ухватить саму по себе не можем, потому что она бытием становится. Соответственно, нам нужно схватить бесконечное движение сущности в видимость и обратно в себя. Угу. Соответственно, мы приравняли, ну, типа уточнили, что сущность – это именно движение, от ничто к ничто. Да, да. А вот как из этого вывести, что оно, значит, саморавенство? Я, честно говоря, не вижу. Ну вот смотри, у нас есть... Ну вот хорошо, что на этом останавливаемся. Мы же договорились для того, что сущность есть рефлексия. И... Возражений нету, да? Ну, ой, сущность тогда это саморавенство. Ну, можно сказать, что сущность это саморавенство с собой. Ну, можно сказать, что сущность да, это саморавенство. Рефлексия. Ну, вот рефлексия. Как мы себе рефлексию представляем? Это некое отражение, да? То есть сущность – это тут рефлексия. Но определение этой сущности нам надо как-то найти. Как нам найти эти определения? Вот мы начинаем эту рефлексию рассматривать. Понятное дело, что, что сущность находится в движении. Просто мы ее фиксируем на в какой-то точке, там, начинаем рассматривать. Хотя, естественно, то, что мы рассматриваем, оно сейчас разобьется дальше. Кажется, можно я туда? Мне кажется, если ну, это, по сути, бесконечное возвращение в себя, то есть здесь как будто бы такая аналогия с для себя бытием, которое вот завернуло все, что оно не есть в себя, и вот оно уже вот такое вот равное себе всегда, нет? Но оно? Оно равное себе с учетом того, что оно еще и не равное самому себе. Ну, если мы рассматриваем рефлексию как уже... бесконечное возвращение в себя, то как будто бы мы уже сюда запихнули то, что оно не равно себе, и оно вот, ну как бы, если мы рассматриваем это движение, то мы видим не равенство с собой, если мы рассматриваем это в целом, то тогда оно уже как бы как вот целое выступает. Да, это все правильно, да, суть, оно целое, это как бы сущность, мы ее же не режем эту сущность пополам и не рассматриваем эту сущность, там вот часть этой сущности, мы эту сущность рассматриваем как бы вот как сущность. У нас, тут сейчас у нас все сущность. Вот все рефлексивные определения, они все сущность. И видимая сущность, тут все сущность. Мы договорились до того, на прошлом занятии, вполне уверенно, да, тоже. Сущность есть рефлексия. Вот. Давайте рассматривать рефлексию. Какие рефлексивные определения мы здесь находим? Мы здесь находим тождество. Правильно? Ну, вроде бы договорились сейчас об этом. Вот. Давайте попробуем дать определение этому тождеству. Я говорю, что тождество – это чистое саморавенство сущности с собой. А вот равенство, оно откуда оно взялось вообще? Разве это не в себе бытие? То есть как бы тождество есть равенство? Нет. Вот, ну, что значит откуда? Смотри, читаю. Сущность есть простая непосредственность, как снятая непосредственность. Ее отрицательность есть ее бытие. Она равна самой себе в своей абсолютной отрицательности. Она равна самой себе в силу абсолютно, своей абсолютно. Она равна самому себе. Сущность равна самой себе. Ну, а что такое тождество? Ну, это вот мы придумали слово. Вот тут же написано дальше. В силу которой и на бытие, и соотношение с другим сами в себе безоговорочно исчезли в чистое саморавенство. Ну, написано же вроде, да? Я ничего от себя не прибавил. Сущность есть, следовательно, простое тождество с собой. Первое рефлективное определение, которое мы находим, это тождество. Вот смотрим мы на рефлексию. Мы что там в этой рефлексии видим? Отрицательность. Отрицательность. Это просто отрицательность? Или это что-то к этому можно добавить? Абсолютно отрицательно. Пусть абсолютная, хорошо. Еще что-то можно сказать про отрицательную природу сущности, имея в виду то, что она сейчас уже и рефлексия? Ну вторую-то сторону рефлексии давайте возьмем. Ну вот хорошо, есть отрицательность, а вторая сторона рефлексии? Положительность, значит. Нет. Ну, различие. Подожди, до различия мы сейчас дойдем. Вот мы сейчас получили рефлексию, рассматриваем эту рефлексию. Что мы в этой рефлексии видим, кроме отрицательности? Вторая сторона как видимость.
она уже там есть, эта видимость. Но вот к отрицательности что еще можно добавить? Какая вторая сторона этой рефлексии? Вторая сторона рефлексии. Даже, ну, вообще просто другая сторона рефлексии. Равенство. То есть, ну, значит, какое-то неравенство должно быть? Ну, там есть и равенство, и неравенство. Вторая сторона-то, она тоже же отрицательная или нет? Но если это рефлексия. Ну, отрицательность отрицательности ты имеешь в виду, что, которая становится... Но если это отрицательность и отрицательность, обе стороны рефлексии, если мы берем рефлексию вот такую вот, как бы, что есть одна сторона, есть другая сторона. Mm-hmm. Одна сторона – это отрицательность, а вторая сторона – тоже отрицательность, правильно? Но если это рефлексия. Ну, в принципе, наверное. Всегда кажется, что есть какой-то, там, не знаю, луч, и есть какая-то там, не знаю, зеркало. Как бы одно выступает в виде рефлектирующего, а другого в виде, ну, как бы, лучше же не отражает зеркало. Это вопрос, это про то, но это вопрос о том, какие виды рефлексии мы берем. Там же есть... полагающая рефлексия, внешняя рефлексия и определяющая рефлексия. И насколько я это понимаю, то различие это в том, как бы, что берется за исходный пункт, от чего ты начинаешь, так сказать, смотреть, рассматривать эти сущности. Но вообще в целом это рефлексия. То есть как ты сущность не бери, она рефлектирована, она всегда, это всегда отражение. И раз это отражение, раз это рефлексия, а мы знаем, что сущность имеет отрицательную природу, вот она есть отрицательность. А отражение это где? Второй момент этой отрицательности. Ну, если зеркало поставить напротив зеркала. Ну, они будут бесконечно отражать друг друга. И... То, что они будут бесконечно отражать друг друга, это как бы вроде... Ну, типа, есть кто-то... Ну, типа, первый, кто-то второй, но они оба отрицательны. То есть, есть различия в их отрицательности. Если мы берем, что один есть второй, то значит, они как-то отличаются. Как-то отличаются, да. Но сущность от себя отличается, отличается. Но она при этом не перестает быть, как не становится второй сущностью. Она этой сущностью и остается. То есть, мы тут как бы говорим... Про одну сторону, про вторую сторону, на самом-то деле это же все сущность. То есть нету такого, что было бы отрицанием этой сущности? Есть, только отрицание этой сейчас. Сущности будет сама сущность эта, только более сущность более глубоко понята. Это же рефлексия, она как бы, ты зеркало напротив зеркала ставишь и все, и проваливаешься туда, в эту рефлексию, потому что они друг друга отрицают, а вот... Саморавенство, как бы, тут не подходит слово? Ну, зеркало тождественно? Да. Ну, значит, это тоже... Ну, то есть, это один из моментов должен быть саморавенство, а другое различие, потому что... Безусловно, да, и мы сейчас это сразу же и увидим. То есть, саморавенство с собой как с отрицательным? Ну, вот смотри, еще раз повторяю, тождество... Чистое саморавенство сущности с собой. На вот этом этапе. На этом, да. К различию не подойдет. То есть следующий этап это будет различие. Вот мы увидели рефлексию. То есть мы договорились, решили, вывели это на занятие, что сущность есть рефлексия. Угу. Вот мы рассматриваем эту рефлексию. Вот мы ее видим. Вот рефлексия. С одной стороны отражение, с другой стороны отражение. Давайте назовем вот эту вот, так скажем, конструкцию. Тождество. Это тождество. Согласны? Ну, слово можно любое выбрать? Ну, можно любое слово выбрать, да. Тут как бы... Ну, в философии вот подобрал Гегель. Вот это тождество. Просто мы говорим про саморавенство. Как бы такое ощущение, что тождество и равенство это как одно и то же. Просто непонятно, как оно введено, равенство. Типа раньше, чем появилось тождество. Нету такого чего. Просто когда мы говорим, что что-то тождественное, мы обычно говорим, что это что-то равно. Ну, а у нас да. для так того, вот так... чтобы объяснить это тождество, мы используем равенство, которое должно было типа раньше. Нет?
Ну, как равенство и было раньше. По-моему, равенство у нас, в принципе, на чистом бытии ничто, в общем-то, возникло. Потому что они равны и не равны между собой. Здесь мы уже играем. Равенство-то уже было, и неравенство уже было. То есть здесь это же развитие всего. Просто равенство, мне казалось, оно появляется. Ну, вообще, оно чуть вообще. Ну, так это здесь-то мы в рефлексии, у нас уже все это здесь есть. То есть тождество это не значит равенство? Это значит равенство неравного. Тождество различного. Нет такого тождества, как бы такого, как сказать, оно равно самому себе и все. Ну, он там говорит же вот это про тавтологическую речь, когда он говорит, тождество это тождество. Ёлка это ёлка. Тождество, да, вот. Тождество это тождество. Когда говорят, вот он там даже... Я понял, он говорит, что нет ничего такого, что было бы одинаково. Это сейчас подойдет... Чуть непонятно, как когда это равенство отличается от тождества. Это не, да, не одно и то же. Это мы об одном и том же. Равенство, ну да, мы говорим об одном и том же. Это и называется тождество, когда то же самое, тоже, тождество. Просто еще раз, самое начало. Первое. Сущность есть рефлексия. Тут возражений нету, правильно? Давайте рассматривать рефлексию. Рассматриваем эту рефлексию. Что мы в этой рефлексии видим? Отрицательность. Но мы в сущности видим отрицательность. Вот, а если она не только сущность, она еще и рефлексия. Она же рефлексия. Но она не отрицает свою отрицательность. Она только ее и отрицает. Почему? Ну, она сохраняет ее тем, что она все отрицает, но не отрицает свою отрицательность. Ну, да, да. Это все верно. Только нам надо как-то назвать-то то, что мы получили. Вот сущность есть рефлексия. Рассматриваем рефлексию. Первое определение рефлексии. Какое? Тождество. Так? Давайте назовем, что такое тождество. Вот я предлагаю сказать, что тождество – это чистое саморавенство сущности с собой. Мне кажется, здесь имеется в виду, что именно, ну, вот, когда мы смотрим на вот это вот целиком, и не вдаваясь вот в подробности, из чего оно состоит и что там у него внутри шебуршится. И ну тогда вот, вот это вот целое давайте назовем тождеством. Ну, ну тождество, оно как, ну, бы... как бы понятно, что оно само себе равно, ну, потому что мы его целиком... Тождество, оно же все-таки состоит из чего-то, это же не оно или одно, да? Ну, да. А это не для себя бытие. Ну да. Ну, поэтому в том смысле, мы говорим, что оно чистое. То есть, что да, чистое. Оно еще ничем не замутненное. Ну, саморавенство. Ну да, сейчас мы его замутним, и окажется. Вот что... саморавенство. Ну, рефлексия равна самой себе. Ну, логично. Вот. Тождество, чистое саморавенство сущности с собой. Ладно. Так. Отлично. Первое определение рефлексии получили. Как на допросе, блин. Да, я еще 2-2 получил постоянно. Согласен, да? Не, ну такая... А дальше как двинуться? Ну, а дальше нужно рассмотреть. Если есть два как бы этих момента, то значит, если это различно, значит, оно насколько-то различно. Ну да. Либо должна быть какая-то, ну, как сказать, положительность в этой отрицательности, потому что он должен быть какой-то, как скажем, отрицательный момент в отрицательности. Мне кажется, вот дальше, вот, ну, собственно, следующее предложение, оно есть не такое разница с собой, как бытие или также ничто. 367 страница, конец. То есть здесь он говорит, что ну, вот бытие или ничто у нас были как бы такие неделимые и полностью равные самому себе. А вот наша рефлексия, оно такое равенство с собой, которое устанавливает себя к единству. Ну, то есть вот он начинает вглубь вглядываться и видит, что там что-то еще есть, в отличие от простого бытия там, и простого ничто. Причем, значит, это установление не есть восстановление из некоторого другого, ну, то есть, что рядом ничего не лежит, а чистое установление из себя самого в себе самом. Ну, потому что мы, когда говорили, что тождество, мы уже вот завернули в себя вот это все отрицательность отрицательности.
Так. Как это использовать, я пока не знаю. Ну вот смотри, вот она, мы получили тождество, да, то есть чистое саморавенство сущности с собой. Это примерно то же самое, ты сейчас прочитал. Ну да, да. Вот, получили мы это тождество. Оно же должно как-то двигаться, должно, да. Оно же двигается как-то дальше. Рефлексия это на этом не останавливается. Ну, давайте это тождество как-то вот. А мы тоже, мы же в рефлексии все должны брать с отрицанием, то есть оно взято как бытие, это тоже. Фактически ПО. Ну, мы его отрицаем, да. Но как бы оно уже рефлектировано. Это же рефлексия. Вот. Ну что, вот как, что, что представляет собой вторую сторону этого тождества? Или оно вот часто оно было чистое саморавенство? А вот если мы его рассматриваем, мы же понимаем, что там есть какая-то эта отрицательность. Вот эта отрицательность как показывает себя в этом тождестве? Показывает себя как различие. Правильно? И получается то, что мы знаем, что тождество – это тождество различного, а различие – это различие тождественного. Это тоже как это с самим собой же? Если там было саморавенство с собой, то здесь тоже надо саморазличие какое-то. Нет, это просто второй момент этого саморавенства. То, что саморавенство, ну, равенство-то без неравенства не бывает. И здесь сразу же об этом говорится, о том, что вообще нигде в мире нет такого, чтобы вот равно и все. Оно равно и не равно. Ну вот, как бы, собственно, если взять 373-ю страницу, различие есть та отрицательность, которая присуща рефлексии в себя. В себя, мне кажется, в себе, нет? В себя. В себя. Рефлексии в себя. А, то есть, если есть как раз-таки в себя, то вот есть эта противоположность, типа не в себя. Если они говорят, что присущая этой рефлексии в себя, то есть различие. То есть есть как будто бы различие, что в себя, что не в себя. Полагаете? Непонятно. Что непонятно? Давайте попробуем понять, что непонятно. Непонятно, как из тождества ну, берется различие? Да. Куда оно взялось? Ну хорошо, тогда сделаем так. А странно, что оно откуда-то взялось? Нет. Не, вот это не странно, да? Понятно, что что-то должно... Что-то должно быть. Спекулятивная логика. Вот. Ну вот есть тождество, да, и все. Простое саморавенство с собой. Простое саморавенство сущности с собой. Но сущность-то все-таки она рефлексия. То есть это отражение, постоянное движение. Но это значит, тождество тоже должно быть как-то отражено от себя самого, наверное. Сущность от самой себя отражается. Она как бы не то, что даже самая от себя отражается, она и есть это отражение, она и есть эта рефлексия. Вот мы смотрим на это тождество. На чистое саморавенство с собой. И понимаем, что оно на самом деле никакое не чистое. Же нет никакого тождества без второго присущего рефлексии момента. А второй момент этого тождества какой? Вот этот второй момент тождества – это различие. Да и вообще нет никакого тождества, нет никакого различия. А есть различие тождественное и тождество различного. Мне, видимо, просто привычнее, что, ну, вот, что у нас новые категории появляются, что, когда появляется нечто рядом с рассматриваемой ранее категорией. Ну, то есть, как будто бы рядом с тождеством, рядом должно что-то возникнуть. Нет, а здесь как будто бы, ну, рядом-то ничего нет. Нет. А получается, мы различия видим внутри этого тождества. Да. Ну, оно как бы не внутри этого тождества. Это тождество и есть различие. Ну... В принципе, наверное, да. Тождество содержит в себе различия. Ну, да. А различие содержит в себе нет, тождество. Вот если содержит в себе различие, ну, то а как это нет. Как, да. Это вот два момента. Ну, вот этой рефлексии. Правильно же вроде? Вроде же так получается. Так, есть различие, есть тождество. Различие имеет оба момента, тождество и различие. Оба суть таким образом, некоторая положенность, определенность. Но в этой положенности каждый момент есть соотношение с самим собой. Один момент тождества
сам есть непосредственный момент рефлексии в себя. Но точно так же и другой момент различия. Есть различие в себе, рефлектированное различие. Различие, поскольку оно имеет два таких момента, которые сами суть рефлексии в себя, есть разность. Или можно сказать, что разность – это безразличное различие. Здесь как будто уже мы вывернули, что различие внутри себя имеет тождество и различие. А как будто бы, где вот эта связка, ну, как, ну, мы дошли до того, что тождество имеет в себе различие, а вот то, что различие имеет в себе тождество. Это... Так, а если тождество имеет в себе различие, различие в себе тождество не имеет? Ну, должно иметь. Но если это моменты. То есть то, что... Что такое определение момент? Что такое момент? Движение от... От... Ну вот от уже как бы момент — это то, что не есть без другого. Ну, можно запомнить себе такое определение. Быть. Момент — это то, что не есть без другого. Но если мы говорим, что это момент, ну как можно взять тождество без различия, различие без тождества? Ну, кстати говоря, это я про момент думал, то что часть чего-то. А когда ты сказал вот это, оно другое. То, что не есть без другого. Да, мне оно больше, наверное, соответствует, чем мои. Вот. Часть, как известно, это не истинные категории. Mm-hmm. Потому что когда мы говорим о части, мы говорим о целом. А когда мы говорим целое, ну, подразумеваем там какие-то части. Ну, части, как Энгельс же, по-моему, говорит, что части лишь у трупа. А так это как бы живой организм, он один. Он целое. И рефлексия, она тоже целая, а не так, что как бы вот... Не так, как я представил, что как бы есть одно зеркало, а есть другое зеркало. Нет, это вот она вся рефлексия. Она целая. А в этом целом у нее есть моменты. Один момент – это тождество с самой, с собой. А второй момент – это различие. Ну, ладно. От себя же самой. Ну да, ну окей. Так... И вот это тождество, которое имеет в себе различие, и различие, которое имеет в себе тождество, если брать эти моменты как стороны рефлексии, называется разностью или безразличным различием. Почему безразличие? Потому что и тот, и другой момент рефлексии имеет в себе и тождество, и различие. Поэтому мы можем сказать, что бытие и ничто разное, а содержания этой разности никакой нет. А чем разное, мы сказать не можем. Они, ну, они разные. Ну, вроде не, тоже нету возражений, да? Угу. Так, вот получили мы разность. То есть, еще раз, разность – это единство двух моментов, вот тождество и различие, или как? Разность – это соотношение моментов рефлексии, каждая из которых имеет и тождество, и различие. Ну, то есть, еще раз, в сущности есть рефлексия. Угу. Мы смотрим на эту рефлексию и называем эту рефлексию тождеством. Она равна самой себе. Но раз она равна самой себе, она самой себе и не равна. Мы получаем различие. Если мы получаем это различие, мы понимаем, что в этом различии содержится тождество, из которого оно вышло. Вот мы рассматриваем это различие, и мы в различии видим тождество, и в тождестве видим различие. У нас два момента. Так. Два момента рефлексии. Два момента рефлексии. Хорошо. И вот соотношение этих двух моментов называется разностью. А что подразумевается по словам соотношение здесь? Ну, это просто называется разностью. Ну, соотношение мы называем, имеем в виду, что есть какая-то вторая сторона. Ну, они каким-то образом соотносятся. Соотношение вообще имеет, отсылает нас к... учение о бытии в количестве. Потому что там соотношения появляются. То есть там идет сначала как бы бытие, выхождение одного из другого. Ну, скажем так, нечто и иное — это тоже соотношение. В некотором смысле они же соотносятся как нечто иное. Ясно. Ладно. И здесь то же самое. Тождество с различием, а различие с тождеством.
Вот эти два момента. Опять-таки слово «момент». И «момент» — это же тоже какое-то соотношение? Да. Становление — это же единство бытия и ничто. Угу. Вернее, бытия, приходящего в ничто, ничто, переходящего в бытие. Это тоже соотношение. Вот поэтому вот так вот надо к этому слову относиться. Так, поспокойнее. Ну вот получили мы разность. Это момент, еще раз скажи, как. То, что не есть без другого. Sure. Да, конспект — это хорошо. То есть, когда мы говорим «момент», мы подразумеваем, мы вообще как бы занимаемся диалектикой. Uh-huh. У нас всегда где-то есть что-то двоякое, что-то второе, да, представляющее вторую сторону этого целого. В данном случае рефлексии. Uh-huh. Вот мы получили разность. Или безразличные различия. Что мы в этой разности можем отметить интересного? А тут много чего интересного. 375-я страница. Рефлексия в себя, рефлексия в себе есть тождество, но определенное так, что оно безразлично к различию. То есть не совершенно лишено различия, а относится к нему как тождественное с собою. Она есть разность. Тождество так рефлектировалось в себя, что оно, собственно говоря, есть единая рефлексия в себя обоих моментов. Оба суть рефлексии в себя. Тождество есть эта единая рефлексия обоих, которая содержит в себе различие, лишь как безразличное различие, и которая есть разность вообще. Напротив, внешняя рефлексия есть их определенное различие, не как абсолютная рефлексия в себя, а как такое определение, к которому сущая в себе рефлексия безразлична. Оба его момента, тождество и само различие, суть таким образом внешне положенные, а не в себе и для себя сущее определение. Это внешнее тождество есть одинаковость, а внешнее различие – не одинаковость. Одинаковость есть, правда, тождество, но лишь как некоторая положенность, тождество, которое не есть в себе и для себя. Точно так же не одинаковость есть, правда, различие, но как некоторое внешнее различие, которое не есть в себе и для себя, различие самого неодинакового. Тождество или не тождество, как одинаковость и неодинаковость, есть соображение некоторого третьего, имеющего место вне их. То есть тут мы имеем дело с внешней рефлексией. Мы когда смотрим на эту разность, и в этой разности есть момент тождества с различием и различие с тождественным. Вот этот тот момент тождества с различием, он называется одинаковость. А момент различия тождественным называется неодинаковость. Получается или не получается? Ну, не уверен, что я глубоко это понимаю, но чисто на бытовом плане, ну, наверное, понятно. Ну, типа, что если мы взяли там рефлексию с одной стороны, то у нас как бы одинаково. Два одинаковых дебила. Да, но они разные. Два одинаковых умных. Да, одинаково умные практически одновременно. Внешне вы одинаковые, дебилы. Или можно сказать, ты тоже умный парень. Это же будет тождество и некая одинаковость. Ну, то есть, вот если пользоваться таким не самым лучшим способом, как аналогия, вот у нас было же становление. Становление было два момента. Бытие и ничто. Да? Бытие, переходящее в ничто, и ничто, переходящее в бытие. И мы назвали бытие, переходящее в ничто, прихождение. А ничто, переходящее в бытие, возникновение. Вот и здесь у нас есть рефлексия, которая выступает теперь как разность, то есть безразличное различие. Такая рефлексия, сторонами которого есть два момента. Один из моментов которых... который тождество с различием, или одинаковость, мы его называем, и различие с тождеством, или неодинаковость. Только это не становление, а рефлексия. Ну, да.
Получается? Ну, в общем, да, наверное. Да. Отлично. У меня вот тоже получилось. Разное. Есть такое различие, которое только положено. Следовательно, различие, которое не есть различие. Следовательно, отрицание себя в самом себе. 377 страница в самом конце. Таким образом, сами одинаковости и неодинаковость, положенность, возвращаются через безразличие или в себе сущую рефлексию обратно в отрицательное единство с собой, в такую рефлексию, которая в самой себе есть различие одинаковости и неодинаковости. Разность, безразличные стороны, которые вместе с тем суть безоговорочны, лишь моменты, как моменты одного отрицательного единства, есть противоположность. Мы здесь еще вроде как будто ввели чуть ранее дополнительную категорию, но вот мы, у нас теперь есть два момента, одинаковость и неодинаковость, и, значит, вот это самое единство этих моментов, это, я так понимаю, в себе сущая рефлексия мы называем. И дальше вот мы... Почему противоположно? Да? Одинаковость, неодинаковость. Это разность безразличия. Ну и дальше вот как раз вот то, что ты начал читать, в себе сущая рефлексия вот эта, которая является вот этим одинаковостью и неодинаковостью, есть соотношение с собой без отрицания. Абстрактное тождество с собой и стало быть как раз сама положенность. То есть типа она стала бытием? Разное. Есть такое различие, которое только положено. Следовательно, различие, которое не есть различие. Следовательно, отрицание себя в самом себе. Таким образом, сами одинаковость и неодинаковость, запятая положенность, возвращаются через безразличие или в себе сущую рефлексию обратно в отрицательное единство с собой, в такую рефлексию, которая в самой себе есть различие одинаковости и неодинаковости. Разность, безразличные стороны, которые вместе с тем суть безоговорочно лишь моменты, как моменты одного отрицательного единства, есть противоположность. А можешь пояснить, что значит отрицательное единство? Это как будто бы что-то... Отрицательное маленькое. Единство, так это сущность. Рефлексия же есть отрицательное единство. Угу. Можем еще раз пройти вот по ступенькам. Сущность есть рефлексия. Да. Рефлексия, как чистое саморавенство с собой, есть тождество. Угу. Вторым моментом этого тождества является различие. Собственно, различие – это, скажем, более, ну, любая категория, которая следует за предыдущей, более истинна. Но различие содержит в себе тождество, и тождество содержит в себе различие. Угу. И вот если мы берем это так, что с одной стороны, одним моментом является тождество с различием, а вторым моментом является различие с тождеством, то такое соотношение есть разность или безразличное различие, что объясняется тем, что они разные, но чем разные, не говорится, просто разные. А когда мы говорим, что они различные, то есть, если на ступеньку назад, то мы понимаем, что они различаются чем-то. Можем даже сказать об этом. И вот когда мы уже достигли разности, сущность в своей рефлексии достигает разности, мы эту разность рассматриваем и получаем момент тождества с различием, то есть одинаковость. И различие с тождеством, то есть неодинаковость. И взятые в одном отрицательном единстве, это будет противоположность. Да. А если мы перелистнем страничку и начнем читать, тут еще примечание, да, противоположность, то во втором абзаце на 380-й странице второе предложение. Противоположность есть единство тождества и разности. То есть что такое тождество-то мы знаем? Ну да. Простое саморавенство с собой. А что такое разность? Безразличное различие. И противоположность – это вот единство. Саморавенство с собой и безразличное различие. Что значит безразличное
Безразличное различие, ну это разность. Это различие, указывая на которое, мы не можем сказать, в чем различие. Бытие и ничто разные. Это безразличное различие. Мы говорим о том, что они разные, но указать чем не можем. Но при этом они разные. Небезразличное различие. Ну, это, видимо, отрицание безразличного, раз оно небезразличное. Я так понял, что у нас сначала есть творчество, а потом есть разность. Различие. Да. Одинаковость. Сначала получаем тождество, потом различие. Потом разность, как безразличное различие. Это безразличное различие, то есть там есть различие, и его тоже нет. Разность. А одинаковость? А одинаковость – это момент разности, который начинается с тождества. Тождество с различием. А не одинаковость. Различие. Это момент, да, различия. Момент рефлексии, в который составляет различие и тождество. Противоположность получается. А противоположность – это взято в единстве вот это вот рефлексия. Одинаковость и неодинаковость. Это противоположность. Или, другими словами, вот Гегель говорит, противоположность есть единство тождества и разности. Здесь как будто бы на один шаг отступили. Ну, то есть вот у нас противоположность была единство одинаковости и неодинаковости. Ну вот она получилась. Бац, и опять тождество и разность, как будто, которая у нас уже осталась позади немножко, нет. Да, но мы же можем использовать те категории, которые у нас уже есть для продвижения дальше. Ну да. Зачем? Ну, затем, чтобы нам же надо из чего-то строить логику. Логика – это же слова. Мы же не можем постоянно говорить «бытие, бытие, бытие, бытие». Ну, бытие и ничто. А потом эти бытие и ничто. Вот, кстати, очень интересно, вот когда читаешь, Гегель часто начинает вот это вот непонятное объяснять и делает отсылки часто в этот самый, в учение о бытии. Ну, да, это правда. Знаешь, говорит, вот в учении о бытии у нас были бытие и ничто. Угу. А угу. Здесь в сущности нет у нас бытия и ничто, у нас есть ничто и ничто. Угу. Поэтому это не становление, как вот в прошлые разы говорили. Да. Можно так представлять рефлексию. Но не тут даже. Нет другого, да. Угу. Тут есть рефлексия. Угу. Ладно. И мы вот смотрим на эту рефлексию, и вот получаются такие вот определенные рефлексии или определение сущности. Сначала тождество, опять проходим различия. Тождество содержит в себе различия, различия содержит в себе тождество. Угу. Вот. Взятые таким образом, как в единстве они, это получается разность, то есть безразличное различие. И рассматривая эту разность, мы называем момент тождества с различием одинаковостью, а различие с тождественным неодинаковостью. Угу. И опять-таки взятые вместе, они составляют противоположность. То есть у нас постоянно тезис, синтезис. Да. Тезис, антитезис, синтезис. То есть мы в сущности, в этой рефлексии какой-то момент видим, понимаем, что ну, момент, значит, надо найти вторую сторону, берем эту вторую сторону, а потом берем синтезис. Угу. Берем и то, и другое, взятое вместе. Поэтому здесь оно противоположность, да. А тут оно просто разность. Угу. Okay. А до этого оно и не раз, а тождество и различие. А okay. До этого оно вообще просто рефлексия. Ну да.
А до этого она вообще еще сущность, а до этого она еще существенная и несущественная. А еще раньше оно сущность и бытие. А еще раньше оно вообще еще бытие. Ну, то есть, как бы и мы говорили на предыдущих встречах о том, что вот это движение, которое мы проделываем для того, чтобы достичь действительности, да, там, где сущность едина со своим явлением, то есть единство сущности со своим явлением, мы вот это явление, которое мы будем рассматривать в будущем, угу. Это видимость, угу. Которая развелась через сущность. А сама эта видимость, она есть остаток бытия в сущности. Угу. И то, что в этой сущности выступит это бытие, вроде как тоже неудивительно. И вот мы как раз рассматриваем вот это движение. Но сейчас как бы мы находимся там, можно сказать, практически в самой середине, потому что вот последним рефлективным определением, которое будем рассматривать, ну, скажем, там уже в следующий раз, это будет противоречие. Угу. И там противоречие, там, ну, как-то не сказать, что очень много сказано. То есть, если брать вообще основной текст до примечаний, ну сколько там, ну 2,5 страницы. Ну, хотя вся эта книга противоречия, хотя вот здесь, вот в самом начале, да, вот мы берем там бытие и ничто, противоречия-то нету. Угу. Там и противоположности нету, хотя они противоположны. Угу. И разности там нету, хотя они разные. Ну, и явление, которое выступает в сущности, угу. Уже достигшее основания, это вот явление, оно вот и есть то самое, та самая видимость, те самые остатки бытия, которые проявляют себя вот в этом движении. Тут как бы, вот как Михаил Васильевич говорит, это как матрешка. То есть это все вот аналогии, они как бы помогают это понять, увидеть, как это вот выглядит. А здесь мы рассматриваем определение, вот это, определение рефлексии, то есть как эта рефлексия вот она выступает. Так матрешка какая-то наоборот, мы больше накладываем, чем разбираем. А это вот смотря в какую сторону, как бы, какая рефлексия, с какой стороны мы на это смотрим? Потому что есть очень хорошая, как это сказать, ну, пример такой как бы визуальный там в кружке любителей гегельской диалектики, который Михаил Васильевич ведет. Он там есть старые записи, там занятие, по-моему, называется, может быть, это, ну, что-то изучение о сущности. То есть с самого начала он говорит, что это, говорит, сложная книга, потому что, говорит, ее читать надо, говорит, вот так вот. Там все перевернуто. Поэтому да, это перевернутая матрешка, да, она такая, но матрешка при этом. Ну, да. Вот, да, и здесь вот оно действительно так оно и есть. Оттого и сложно. Ну. Хотя, это я уже, так сказать, личными наблюдениями, я вот много раз считал. Ну, как бы понятно, тождество различным, различие тождественное, ты как сказать, ну, дальше-то надо все равно как идти. Ну, непонятно как бы, да, но там, ну, что-то я запомнил, там, что-то понял. А потом, когда читаешь вот про эту одинаковость и неодинаковость, да вроде как и понятно. Когда ты рассказываешь, понятнее, чем ты читаешь. Это тоже понятно. Вот, это тоже понятно. Но неплохо бы еще понимать, что рассказывать то, что ты читаешь, очень сложно на самом деле. Хотя, опять-таки, там, кроме там, каких-то отступлений, я ничего не добавляю из того, ну, прочитал, как прочитал. Это, все написано у Гегеля. Как она называется? Тяжесть преподавательской деятельности в том, что ты ждешь, что тебя поймут. Ну да, как говорит Михаил Васильевич, тут этот анекдот, ну, уже да. Один раз рассказал,
Второй раз рассказал, на третий раз я уже понял. А они еще не понимают, что студенты такие пошли. Можно вопрос вот с тобой? Да, конечно, да. По-моему, в предисловии как раз Гегель говорит, что наука логики, она вот такая самая такая основополагающая, поэтому она не может никакими априорными категориями, в отличие от математики, физики, действовать. Значит, ей нужно все выводить из себя. А вот как будто бы такое, ну, наверное, это не категория, а термин отрицание и не, который вот с самого начала у нас есть, вот он как будто бы является априорным. Вот я, например, не могу дать определение отрицанию вообще в принципе, которое вы что говорите, что вот ничто – это небытие. Вот, а что такое «не»? По-моему, это... Почему? Да, отрицание же появляется там с реальностью. Да, да. Ну, хорошо, да. Я неправильный термин использую. Неправильный термин использую, а вот «не». Вот ну, это так, что такое «не»? Я это понял, это первый вопрос, потому что отрицание – это есть просто «не». То есть ничто чего-то. Да, верно. Было. Ну, на бытовом уровне понятно, что такое «не». А вот, ну, как бы... Ну, типа, зарплата, ну, «не». Если есть работа, значит, есть безработица. Ну... То есть, да, как отрицательно, ну... Вот, ничто, да. Работы. Типа, как дырка. Дырка есть, ты, но она как бы в чем-то должна быть. Вот у тебя сначала сыр, потом ты дырку бываешь. Аналогии, конечно, наверное, дырки начинаются сразу. Так, подожди, хорошо, что ты хотел сказать? Ну, то есть, вот понятно, что откуда берется чистое бытие, да, вот мы там посмотрели на всю материю в целом, сказали, что можем сказать обо всем. Что оно есть. Ну да, обо всем можно сказать, что оно есть, значит, это самое минимум того, что мы можем сказать. Да, а дальше? А дальше, ну, мы говорим, что... Фактически, если мы говорим то, что оно есть, то это ничто. А потом мы говорим, что бытие – это не ничто. Не так. Ну, ничто, как ты появилось, ничто, как? Ну, то, что мы смотрим на это бытие, и, ну, так как у него нет… Стоп. Ага. Что все. Сказал? Закончили. Все, да. Ты сказал «нет». Ну вот, ну а, то есть... вот тебе ничто. Это же, вот как сказать-то, это же логика. Ну да. То есть здесь же все о словах. Ну понятно. Но как будто бы вот все равно даже логика предполагает вот априорное какое-то вот знание того, что, да. Что такое нет. Оно не предполагает, оно его выводит. Ну. Вот, ну смотри, хорошо, это интересная тема, которая, ну... Вроде уже как бы столько раз об этом говорили. Вот чистое бытие. Ну да. Без всяких дальнейших определений. Да. О нем нечего говорить. Да. Нечего различать. Да. И оно то же самое, что и чистое ничто. Да. Ну, да. Согласен. Да. Вот. Ничто есть, значит оно бытие. Ну да. Ну вот. Но бытие это не ничто. И вот не вот это вот. Не бытие потом появляется. Небытие, да. Когда сопоставляешь. Нет, он имеет в виду в самом понимании, что не ничто, вот это, откуда не взялось. Так не взялось позже. Вот не ничто, нет другого, ничто. Да, здесь сначала чистое бытие, чистое ничто, ну, да. Потом бытие, потом ничто, потом бытие, переходящее в ничто, ничто, переходящее в бытие, их единство становления. Да, для этого мы должны сказать, что они равны друг другу, как бы, и не равны друг другу. То есть они как бы. Они не, подожди, они не равны друг другу, они не равны друг другу, они разные. Одно и то же, но. Как тебе сказать? Ты очень много знаешь. А когда ты говоришь о чистом бытии, о чистом ничто, ты этого ничего не знаешь. Это логика. Если взять это в, скажем, в идеалистическом варианте, это чистая мысль, царство чистой мысли. Там нет твоих представлений о том, что ты знаешь, там и так далее. Бытие, ничто, становление, снятие этого становления. Результат снятия становления, это Антон Геннадьевич знает. И что еще раз? Результат снятия становления. Становление есть беспокойное единство бытия и ничто. Угу. Снятие беспокойного единства. Беспокойного единства? Да.
Что-то меня это огорошило. Да даже когда мы говорим «снятие», то, что на немецком не звучит как «aufhören», это отрицание с удержанием. Ну да. Да, хотя отрицания еще нету. Отрицание как отрицание еще нету. Это снятие становления, это результат снятия становления, это наличное бытие. То, что на немецком звучит как «дазайн». Нет, я это забыл. Бытие в некотором месте, ну, то есть с некоторым условием. Как «дазайн»? «Дазайн». А есть «нихт-дазайн»? Ну, окей, нет, на самом деле такой не то чтобы важный вопрос. И вот, как, вот смотри. Просто я когда ну, просто... в очередной раз возвратился вот с самого начала, я вот... Просто интересно будет тебе перечислять. Просто чтобы дойти до какого-то логического окончания. Наличное бытие, в этом наличном бытие есть небытие. Да. То есть бытие налицо, да. А ничто как бы в нем. Да. Вот это ничто, это небытие. Ну а это ничто, его же тоже надо рассматривать со стороны бытия и со стороны ничто. Оно же ничто же тоже состоит из бытия и ничто. Оно же тоже, так сказать, и... Ну это я сейчас говорю опять другими словами, которые это. Оно же тоже рефлектировано. Да. Вот. И вот взятое со стороны бытия, ну реальность, правильно? Я со стороны ничто отрицание. А взятое со стороны ничто, оно есть отрицание. Ну, я отрицание так понимал, что у нас есть стакан наполовину. Стакан с половиной воды. Но. Со стороны реальности у тебя. Стакан наполовину полон, со стороны отрицания он наполовину пуст. И то абсолютно правильно. Да. Ты можешь смотреть, поэтому Михаил Васильевич говорил, что мы говорим со стороны реальности, то есть со стороны положительного. Угу. Стакан наполовину пуст, и это типа важность позитивного мышления. Да. И то правильно, но как бы для нас лучше, что он наполовину полон. Полон. Угу. Да. Но это пример. А я говорю, вот, ну, говорим-то просто про логику. Ну так а что? Белый цвет – бытие, черный цвет – отрицание, ничто. Отрицание этого бытия – ничто. Белое ты взял, ты все, что можно сказать о том, что оно есть, можно взять точно так же, что ничто. Есть работа, есть безработица. А с чего есть... черное – это не бытие? Ничто. Это ничто белого. Потому что оно не белое. Если белое мы назовем. Ну в этом бытие. Отношении а, и если... зеленое не белое. Пустота. Ну, нет, пустота. Это... Что... Ну да. Нет, очень хороший пример о том, как, что из такого. У тебя есть серый цвет. Серый цвет это какой? Белый или черный? Ты черный и белый. Да. Но как бы ничего куда-то делать, никуда оно не делать. Оно должно быть. То есть единство должно быть этого. Бытия и ничто. Нет, но оно, если оно есть, то оно просто не на лицо как бы спокойное, а типа как будто бы скрытое. То есть оно представляется как бытие. Но на самом деле это ничто. То есть ничто, которое имеет форму бытия. И всю эту сферу бытия мы пытаемся это ничто внедрить. И оно вот все время внедряется для себя бытия. Точнее, до перехода в количество, где уже без разницы для бытия там все эти переходы. Окей, ладно. Я на самом деле сейчас немножко перечитал, да, действительно тут словечко «не», по-моему, на самом деле, Гегель. Не используют, как будто бы даже, поэтому ладно, наверное, снимаю свой вопрос. Ну, просто мне все время казалось, что все, что мы говорим «не» или «отрицание» – это ничто. Ничто ну, чего-то. Да, а да, чтобы да. сказать, что есть ничто чего-то, в этом и прикол, что мы всегда говорим, что что-то должно быть. Мы даже говорим вот, про тот же сыр, что должен быть сыр, там мы говорим про дырки. Мы не можем сказать сначала «дырки», а потом «сыр». Надо быть что-то, а потом отрицание этого. Ну, окей, да. А дырки разве это отрицание сыра? Есть хороший пример, который Михаил Васильевич приводил на одном из там, самых первых занятий по поводу вот, бытия с небытием. Он говорит, что вот есть чай, а в нем есть сахар. Сахар – это не чай. Он в чае. Он в чае. Вот у тебя чай с нечаем. Вот тебе это, как да, бы. Тот же сыр с дырками. Есть сыр без дырок. Деда видел его. Потом купим. Что значит где-то видел? Он же сказал есть.
По крайней мере, в нашем разговоре. Да, ты как видишь, это онтологическое доказательство бытия Божия. Вот, поэтому это все очень интересно. Читать учение о сущности и применять как бы к этому те знания, которые у тебя есть, хотя бы те знания, которые у тебя есть в учении о бытии, что-то дозапоминать. Но это все-таки материал сложнее, и как говорит Михаил, тут надо все как бы наоборот на это смотреть. И для головы вообще, вот для обыденного, это сложно. Я бытовой пример привожу. Вот каждый божий день это происходит вот с ребенком, с женой, там, ну, знаешь, там такие бытовые вопросы, типа там купил один огурец, там просто отрезал, попробовал, там купил второй, он другой. Да, как бы, или они разные. Ну, так да, разные. Так, понимаешь, и очень часто, как бы, речь, она состоит вот из такого, знаешь, как бы типа. Ничего не сказал, как бы, знаешь, они даже если рядом абсолютно, используя категории одинаковые лежат, они все равно не одинаковые. И то же самое там, ты пробовал, да, что это, они другие. Ну, другое, это тоже нечто. То есть, ну, вот у детей как раз проблема, когда им предлагают огурцы с помидорами сложить в задачки по математике. Что это просто вынос мозга. Ну, это на задача-то не на логику и не на математику, это что-то извращенное, наверное, нашим министерством образования. Мне кажется, это у нас как в Америке начинает быть, типа, когда говорят какие-то фразы, которые на самом деле как бы имеют смысл, но на самом деле его не имеют. Типа, да. Там, not wrong. Типа, если ты not wrong... Not wrong, типа, да. Безошибочно? Ну, ты не, да, не ошибаешься. Ты, ну, якобы, ну, типа... У них представление, что ты, если бы ты not wrong, значит ты типа прав, якобы. А, ну так это абстракция получается. А это не имеет, это ну, то есть, когда они не хотят говорить you are right, ты говоришь you are not wrong. Но это не... Но это подразумевает, что ты прав. Ты можешь просто чушь нести. Так я говорю, так это абстракция, это просто взятое с одной стороны получается. То есть это то же самое, когда говорят... Ну, другие. Или там да. Вот какие-то такие фразы. Да они не такие, там пустые, вот это. Вот, это вот это писание, да. Да, поэтому говорю, когда с женой говоришь про диалектику, как бы лучше опасаться этого, потому что ну, не надо человека. Диалектику или жену. И того, и другого. Их лучше не соединять. Момент отдал. Хотя кому-то везет, возможно, где-то как-то в жизни. Я просто к тому, что вот она обыденная речь, она вот такая вот очень, ну, как бы бессодержательная, я ее называю. Я вот. Не под запись. Я вот иногда ругаюсь дома, потому что как бы сидят, разговаривают. О чем разговор? В нем никакого содержания нету, кроме того, что там, ну вот там, завтра я принесу другой арбуз. Ну, все, арбузом от этого не перестанет быть или что-то. Или там. Различный. Да, вот различный. Да. Чем он отличается от арбуза? Там? Или кем-то я там спорил по поводу маслины и оливок. Ну вот сейчас на продуктовые темы, потому что это как бы потребительная такая как бы история. Я, как бы. Ну, это, я вот сейчас насчет дырок-то подумал. Или даже по поводу воды. Без дырки бублик. Не получится. Это не бублик. Да. А если ты откусишь кусок дырки-то уже нет, но это еще бублик. В своем прихождении. Да, да. Да, да, да. Опасная штука, диалектика. Я к тому, что слова, которые мы вот используем, они как бы, как понятия, они очень обширные, как категории. Ну. Поэтому мы изучаем категории, а не слова. Нет, это я согласен. Поэтому, когда возникает вопрос, откуда берется отрицание, так оно вот как бы, вот оно и берется из категорий. А не так, что, ну а как это так? Это понятное дело, что ничто это отрицание бытия. Да, понятно. Ну, с философской точки зрения, да. Ты как бы идешь, ты сначала бытие, да, а потом да, отрицание. Да, это понятно, да. Это, на самом деле, не принципиальный вопрос, я еще перечитаю, на самом деле, потому что... Ну, он интересный, это же во всем этом интересно. Слово «разность» и «одинаковость», между прочим, это практически однокоренные слова. Потому что «раз» — это «один». И «одинаковость» точно.
Да. И ты всегда это будешь встречать, вот различия, различия. Да, то есть это они как бы уже подразумевается, что они тождественные, они личные, наличное бытие, лицо, наличник. Наличное бытие, то, что называется дазайн. Вообще слово «зайн» имеет. Почему? Зайн. Зайн – это бытие. Бытие. Раз. Есть такое слово «зион», известное «зион». Это же все бытие. «Из». По-английски, когда говорят «виз из», что это значит? Это есть. Это они два раза повторяют одно и то же слово. И это все бытие. И почему чистое бытие – это начало вообще всего? Потому, почему это самая часто применяемая категория? Потому что человек, когда у него развился речевой аппарат, он для того, чтобы о чем-то что-то сказать, он должен был на это сначала указать. И вот это вот указание и обозначает бытие, как он говорит. И неважно, на каком стороне земного шара он это сказал. Он, как, это логика, понимаешь? И в этом-то и заключается, так сказать, всеобщность и тотальность вот того, чем мы занимаемся. Ну, да. Потому что ты как бы можешь иметь любое представление о мире, там, и написать там какую-нибудь фантастику, но там действительно единство мира-то в его материальности, и вот оно, собственно говоря, все движение материи. Понимаешь ты там его, не понимаешь, как бы ты от этого а не понимаешь. Оно все равно движется. А оно все равно движется. И именно так. И именно так. И никак по-другому. Можно чего-то как бы не понимать, ну, в том смысле, что нельзя понять все там, да, объять так. Никто всего не знает. Познание, оно безгранично. Мне кажется, здорово, что мы как моменты. Я говорю, мы как моменты Вселенной, имея мозг, можем эту Вселенную познать вот именно через Будатвою. Да. Круто. Что это как будто бы такой, ну, мостик, что ли. Просто как кажется, что ты как бы, как будто есть Вселенная, есть ты. Ну, это потом ты уже уезжаешь, что ты есть момент. То есть, типа, это такой вот, такой, не знаю, ключ, что ли? Это называется метод. Это называется метод. Осознание... Формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Это метод. В чем проблема взять самому и прочитать это начало и конца, и все понять? Но... Люди вот немножко... Я не могу. Другое люди дело, что понять. Если ты не почитаешь эту инструкцию, науку, ты не поймешь. Сколько я тебе не объясняй, Михаил Васильевич, вот самый искусный... Ну, этот, есть нет. Различные как бы, слои того, как ты можешь это понимать. То есть, тут не содержится там, 100 выпусков КВГД. Вот в этой книжке. Ну, не содержится. А для того, чтобы куда-то на какую-то глубину, типа, того, что есть наука логики, это как дайвинг. Ты не можешь сразу там на там, 20-30 метров. Ты постепенно должен. И тебе точно так же нужно давать эту еду там от кашки, что у тебя эти зубы, эти граниты начинают. Да, это понятно, да. И как бы я никому бы не рекомендовал начинать сразу читать науку логики. Это по-моему, бред полнейший. То есть, как бы, я ее там начал читать, только там, просмотрев, там, не знаю, целый год, Михаил Васильевич и КЛГД. Только я тоже не начал ее читать, да. Я тоже не проснулся такой. Лекции, надо науку логики прочитать. Я вообще не знаю, кто такой Гегель. Нет, так имеется в виду, что вот этот вот пример того, что, как бы, не прочитаешь, не поймешь, это, как бы, ну... Это, как бы, это всего лишь материал, это точнее, это такой VIP, ZIP-архив. Который не тебе, чтобы это распутать, ты сам должен думать насчет этого. А это и почему-то все время получается, что ты потом, уже когда все это понял, возвращаешься и пересчитываешь, и видишь, и понимаешь, что он пишет. То есть это как бы тоже не, как сказать, это не инструкция. У тебя в башке инструкции, ты рассуждая, то есть логически, придешь к точно таким же выводам. Для того, чтобы думать и обдумывать, и понимать, истинно ли ты обдумываешь то, что ты обдумываешь, надо понимать, как устроена логика. Нет, неправда. Это так. Неправда.
А иначе у тебя выводы будут неправильные. Нет, у тебя будут всегда правильные выводы до того, как. Потому что у каждого человека есть башка на да. И каждый может добраться до этой истины. Истина для познания добраться может. В плане науки логики. Это у нас систематизировано и все хорошо. Но человек, который сидит и обдумает углою до того момента, как он не поймет, вот это вот единственная важная вещь. И не важно, мы потом просто даем ему там просто свои эти навыки в этой логике развития и все остальное. Но человек, который не сидит и до конца не фильтрует то, что правильно, а что неправильно, это ты ничего не сделаешь с ним. Нет, ну это как, нет, как это... фильтрует правильно, неправильно? Ну, как это что, человек, это как по какому принципу по какому он это сделает? Это делает? Он не делает это в соответствии с логикой. Так в том-то все, и дело, что это... С диалектической логикой. Да, ты сидишь и обдумываешь... Да никакой другой логики, кроме диалектической-то и нету. Хорошо, но... Если в истину смотреть на истину. А почему тогда человек, как вот в этот вот... это все человеческое время. Да. Это все люди, которые и так сами обдумали. То есть каждый человек потенциально это может делать. Да. Просто мы вместо того, чтобы... его заставлять с нуля изучать, создавать математику, да. Мы ему даем это в сжатом архиве, опыте кучи людей. Да. Значит, у каждого есть потенциальная возможность доходить до истины самостоятельно. Да. Вопрос в том, поставит ли себе он эту задачу или нет. Я тебе говорю про обдумывание. Человек, который сидит и обдумывает, и фильтрует, он, не знаю, там час будет сидеть, два часа, день, пока он не поймет это. Потому что познание истины – это не удел только диалектики. Ну просто если вы называете себя марксистами, ну вы Маркса прочитали? Прочитали. А Гегеля что-нибудь? Ленина прочитали? У Ленина ничего про Гегеля не написано? Ну, Маркса у тебя прочитали. Нет, ну я к тому, что как бы если вы называете себя марксистами, именно вот я имею что то, что касается так вот этой политической вот этой составляющей. Идет, а вот это в винегрете... не отсутствие так, основы. Так в том-то все и дело, что все что это... Потому точно так же проецируют отсутствие основы у других людей. Да. Я не считаю, что стать марксистом – это как бы такое вот... Стать марксистом – это понять, что вот этот весь винегрет, он специально нарублен, специально приправлен этот винегрет. И повар этого винегрета – это вот этот вот Семин. И даже не он повар, а заказчик какой-то, это марксист поймет. А вот не марксист этого действительно не поймет. Ты все сначала не марксист. Но то, что делает тебя марксистом, это вот именно стремление к истине. То есть фильтрование, узнавание ошибки и попытка как-то это все систематизировать и ответить на вопросы. Я это так воспринимал, когда мое мышление было, что вот не так, что есть мое мышление, есть диалектика. Диалектика – это как будто бы весь мир из кусочков вот этих вот категорий пытаешься выстроить. Сначала вот у тебя там все белое, то есть ты не можешь с этими категориями что-то выстроить. А потом, когда ты уже, чем больше и больше у тебя есть вот эти вот связи, то есть основа, которую ты знаешь, что ни при каких обстоятельствах, это не будет неправда, потому что ты это заслужил, ты все это понял, и это и есть твоя уверенность. У тех людей нет уверенности, и они смотрят на какие-то вот эти вот вторичные факторы. А что Саватеев-то? Ну, он же тоже верующий, он иногда вот в своих лекциях там вставляет, что там все, Бог. Есть три способа описания мира, пишет Гегель. Познание мира, да. Научный, то есть в понятиях, художественный, то есть в образах, и религиозный. Не, при этом Саватеев прикольно объясняет, я у него Гегеля с удовольствием смотрел. Не, нормально объясняет. Только преподаватель он очень хороший. Да. Не, так а что? Ну смотри, вы читали этот учебник Спицына? Нет, ни у кого учебника Спицына я только скачал, но мне так... Шикарный учебник, вообще просто такая красота, просто вообще. Все говорят, что лучший учебник. Лучший учебник. Это по истории, в смысле? Да, пятитомник у него. Пятитомник, по-моему, пятый том еще весь в фотографиях. Года 4 назад точно, 3 года назад он точно уже был. Я его давно купил уже сразу, как он появился. У меня уже десятитомник дома стоит. Чего? Десятитомник дома стоит, историк. Да, ну, нет, этот учебник, но он как историк очень хороший. Ну да. Но вообще не диалектик. Просто вот...
Как пробка. Ничего вообще, ни капли диалектики нету. Ну, то есть слово есть, а диалектики нет. Ну вот примеры. Не, ну, вот как, это умный как, человек. Нет, факты, а Семин, по-моему, вообще не умный. Факты он факты он очень хорошо выкладывает этот Спицын. Смотрите, я что-то. Кого? Я что-то видел его. У него есть целый цикл лекций, он называется «История России». Учебник есть «История России». Но вот его просто он очень длинный. Противный мужик, конечно, в какой-то стиле. Ну что, заканчиваем? Да, наверное. Теперь половину надо вырезать уже. Почти